Компанию лебедям в акватории Уводи этим летом составят тюлени. Такой неожиданный подарок решили сделать сотрудники зоопарка. Пара ластоногих в ближайшее время прибудет в Иваново. В Калининграде такой эксперимент оказался удачным. Там ластоногий живет прямо на пляже. Животные достаточно ручные, и как бы мы решили эксперименты взять, выпустить вот на нашу речку. Они, в принципе, пресноводные. Вот уже как бы решили вопрос мы с базой питания. Вот дополнительно будем кормить рыбы. Наш климат им, в принципе, подходит, поэтому посмотрим, что из этого получится. Если им будет здесь очень плохо, то есть мы обратно их возвратим в тот зоопарк, с которого возьмем. Кормить тюлени можно будет только рыбой, ее планируется разводить прямо в Уводе. Вопрос охраны животных тоже решен. Кроме того, установят дополнительные видеокамеры. С их помощью будет вестись трансляция в интернет и на городские экраны. Изюминка должна быть какая-то в городе, да? Почему бы нет, почему бы не выпустить тюленя? Мы, конечно, думали еще моржей, может быть, выпустить, но с моржами немножко сложнее. Моржам определенный климат нужен, им холод постоянно надо, а тюлени приспособлены к нашим условиям. Чтобы тюлени не уплыли, натянут специальную сетку. На берегу установят площадку для отдыха. На всеобщее обозрение ластоногих представят после двухмесячного карантина, который животные проведут в зоопарке. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.